Кинокомплекс Люксор IMAX – это не только место, где можно посмотреть новейшие фильмы в 8 современных кинозалах, но и территория хорошего настроения и комфортного отдыха. Хорошо провести время можно в нескольких ресторанах и барах, где каждый посетитель найдет блюдо на свой вкус. Гриль-бар Posada Fest, рестораны японской кухни Katana, снэк-бар, VIP-бар и два караоке-зала. Особо взыскательные посетители могут посмотреть кино в VIP-зале, где их ожидает повышенный комфорт. Также в кинокомплексе Люксор IMAX постоянно проводятся интересные акции. В суперкинотеатре Люксор IMAX проходят еженедельные предпоказы. Есть постоянные акции, спецпредложения, такие как «Фильм дня», «Ночь кино», «Студенческий день», скидки для пенсионеров и детей. В честь Дня российского кинематографа Люксор IMAX устроил праздничную программу для всех посетителей. Особое внимание уделили детям. Весь вечер их развлекали аниматоры. Веселый детский крик и смех не замолкали в течение всех конкурсов. По окончанию развлечений ребят пригласили к сладкому столу, после чего все юные посетители со своими родителями отправились на просмотр мультфильма «Самолеты 3D». Потрясающе, провели очень интересно. Очень фильм просто потрясающе захватывающий. Знаете, вот когда в «Вираже» даже ребенок жаловался, что чуть голова кружится. То есть настолько все натуралистично. На этом празднование Дня российского кинематографа не закончилось. В течение всего вечера каждый посетитель мог поучаствовать в марафоне призов, где Люксор IMAX со своими партнерами разыграли множество подарков. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.